Ладно, это, видать, Поппи Плейтайм его закопал, сказал. Все. А, влип, очкарик. Я тут буду пугать. Че за вечеринка? Ты! Сегодня я для вас отобрал разные прикольные игры, связанные с Poppy Playtime. Мы все уже знаем эту игру, мы играли в нее на FFG TV, и я ее полностью всю прошел, по крайней мере, часть первую. Также мы с вами сегодня заценим в Роблоксе эти игры. Я отобрал примерно штук 5-6 разных Poppy Playtime игры, и давай прямо сейчас их смотреть. Поехали. Первую игру, которую я хочу посмотреть, она так и называется Poppy Playtime. Оценок у нее, кстати, не так много, может быть, потому что она только вышла, но окей, давай просто посмотрим, что она из себя представляет. Поехали. О, прикольно то, что здесь уже играет музыка из игры. Слышь, ты че такая дерзкая? О, круто. У меня реально есть эта штука. Так, а че она не работает? Подойти надо. Так, вот она, чудовище. А, тут разные комнаты. Комнаты такие же примерно, как в самой игре оригинальной. Это че, типа столовая? А че она такая все мутная какая-то? Че делать-то надо? Чуваки. Так, игрушка в упаковке лежит. Смотри, прикольно. Чуваки, я не знаю, куда идти. Я реально... Что-то облазил все комнаты, примерно суть понятна. О, смотри, что тут. Мы можем, я так понимаю, издеваться над игрушкой. А, тут типа тестируют ее. Неправильно. Это, короче, типа игрушка-робот на самом деле. Она довольно-таки шарящая, умная такая. В ней, наверное, есть какой-то чип. Чип-чип-чип и Дейл. Короче, тут проводят тестинг над ней. Но самого режима игры, я так понимаю, пока еще нет. Пока еще это все в бета-тестировании находится. Ладно. Ждем, ждем самой игры. Мне кажется, будет прикольно. Что это? А ну открывай. Электричество. Ага, тут реально электричество, как в игре. Мы соединяли тоже между проводами. Ладно, я более-менее понял. Давай теперь посмотрим другую игру. Следующая игра у нас называется Poppy Playtime Выживание. Есть у людей любой ценой. Ну, вот это уже поинтереснее. Звучит, по крайней мере, очень интересно. Так, я появился на карте. А стрелочка мне указывает, что мне нужно идти сюда. Я вообще не могу понять, что это за песок. О, у него тут есть ключи, как в игре, прям оригинальные. Здорово, чучело. Кто чучело? Хорошо, ладно. Но это просто как статуя куклы. Ничего такого. Пойдем сюда. В смысле? Я не могу пойти сюда? Ты сюда ходи. Я разочарован просто. Фредди закопали, смотри. Даже Фредди закапан, господи боже ты мой. Ладно, это, видать, Poppy Playtime его закопал, сказал. Все. А, влип, очкарик. Я тут буду пугать. Капец, ну это просто разочарование. Ну что это такое? Вообще прям. Ты. Смотри, что следующее. Следующее у нас Poppy Playtime. И тут даже уже появилось какое-то первое обновление. Новая комната. И что интересно, тут есть та самая игрушка в конце. Опа, 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 опа. Так. И чё? Локация примерно похожая прям как в игре. А чё нам его показывают? О, смотри, тут я от третьего лица, то есть я прям как в настоящей игре. Так, локации более-менее понятны. Смотри, здесь нужно какой-то ввести код. Так, а где же я код должен увидеть? Ну-ка, чуваки, давайте подсказывайте, где тут код нарисован. Welcome. Так, а тут все замыкает. О, да ладно. Да ладно, да ладно. Код 321. Ага, а как взять? Я не могу взять. Да ладно, вы что, сделали руки и их нельзя взять? Капец, это неинтересно даже. Ну пойдем хотя бы с тобой код введем, посмотрим, что там за теми дверями. А, ты тоже вводишь 3, 2, 1. А, спасибо большое, ты мне открыла дверь. Ха-ха. Заходим. Ну и? Здорово, чувак. Салам алейкум. Театр. Почему-то театр подсвечивается. Хм, здесь был прям театр, прикиньте. То есть люди сюда приходили, им показывали этих кукол, как тут производят все это. Это реально жутковатая какая-то история. Так, а что тут? По-моему, ничего. Так, тут закрыто. А вот тут открыто. Что-то какая-то вода разбита. Чувак, уйди отсюда, ты меня пугаешь. А может быть надо найти просто куклу? Куда дальше, чувачело? Я просто прыгнул сюда. Вау-вау-вау-вау-вау. Смотри, прям как в игре меня. Блин, а прикиньте сейчас, если он здесь где-то попадется. Так, стопэ. Это уже интересно. Ага,
Да, это примерно как в игре. Тут же красная кнопка есть. Ничего, можно включить. Анонирую. Что за прикол? Какой-то музон играет. Я думаю, что мы здесь с вами не встретим Poppy Playtime. Хотя... Я к нему подошел, он должен был отсюда выйти. Но он не выходит. Тут нету никого. Фальшивка. Китайская копия. Подделка. Но ничего страшного, давай смотрим на другое. Вот это вроде должна быть игра быть неплохая, потому что у нее очень хорошие оценки. И очень мало плохих оценок. Оу, ничего себе, какое сразу жуткое место. И нас так много, да? О, у меня сразу есть руки. Руки-базуки. Так, мы с вами на фабрике типа. Она тут такая более ужасная, правда? Security, это отделение охраны. Что? Что происходит? Что за ходячие ноги? А где твоя голова? What? Типа как? О! Да, это жестко. Че за вечеринка? Freestyle. Ну, так, тут еще какой-то дракошка появился. А, интересно, разные комнаты. А как играть на выживание? Нет, я хочу, чтобы это чудовище гналось за мной. Я чтоб от него убегал. Лови косматого, я и веду их! Зачем мне вечеринка с ним? Что тут? Ну опять база секьюрити. Да ё-моё, блин. Что не игра, то разочарование. Что такое? Когда сделают уже нормальную версию? Еще одна версия. Poppy Playtime. Так, у меня есть фонарик. Вот тут как-то прям вообще жутковато, знаете ли. Тут слишком темно. Прям не по себе как-то. Круто то, что у меня хотя бы есть фонарик. А вопрос, куда мне идти надо? Какие-то следы, смотри. Ой. Что за фигня? Камон, что за музон? Блин, что происходит? Мамочки, бежим отсюда. При чем здесь Чаки? Что? Меня напугал Чаки? А, там вон... Это кукла из игры. Она с ножом ходит. Та, которая в конце была. По-моему, это она. Ну вот это уже что-то поинтереснее. Быстрее бежим. Быстрее бегом наверх. Слушай, она как-то медленно ходит, кстати. Она поднимается по лестнице, но она ходит очень медленно. Какая ужасная музыка. Да что за некончаемые лестницы? Да ё-моё. Короче, ждем с вами еще обновление игр с Poppy Playtime в Roblox. Я надеюсь, что все-таки скоро выйдут более прикольные, хорошие версии. Но в этот раз... Какая-то полная фигня, если честно. Друзья мои, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал Funny Family Games TV, нажимайте на красную кнопочку и не забывайте щелкать на колокольчик. Увидимся в новом видео. Пока!